Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Gas Station Simulator. И надеюсь, что мы заканчиваем играть в Gas Station Simulator. А сейчас у меня идет тупо вспоминание, точнее, как играть в эту игру, потому что не играл я в нее 2 недели. Как ты знаешь, насколько известно, я поставил нормальные настройки графики, я, по-моему, нашел, из-за чего у меня все висело. Но мы сейчас не об этом. Кассир работает на заказ, их складывает там товар людям в корзиночки, в сумочки. И мы с тобой будем продолжать зарабатывать деньжонки нашему дядьке, чтобы отдать долг и не париться вообще закончить эту игру и приступить к следующей, естественно. Вот. Также я вот думаю, будет ли хватать... Правильно ли я настройки выставил? Вот в чем я думаю. А там хрен его знает, я вроде ничего особо не менял, но что-то менял. А что менял, не помню, поэтому пока что не знаю. Если эта серия выйдет такой немножко дерганой, подерганной, с кривым звуком, сильно не обижайтесь, сильно не кричите, потому что я не виноват. Это не специально, это все само. Да, спасибо. Да, он оценил то, как я мою полы, на самом деле нет, но я считаю, что да. Женщина, ты скупила все игрушки. Здесь все скупили. Газеты почти тоже все скупили. PS10 и PS10. Давай-ка, пойдем. Есть у меня здесь... Тоже нет товаров никаких. Здесь тоже товаров никаких нет. А вот здесь... А здесь места нет. Как жаль. Опять у меня мышка улетела на соседний монитор, и это меня совсем не радует. Так, опа. Опа. Блин, рано убрал. Нужно заказать еду, нужно заказать бензин, нужно заказать 2,4 соточку, нужно заказать, что у нас здесь, там нужно заказать, снеков нужно заказать, да, получается, снеков нет, газеты есть, нет алкоголя, алкоголь, снеки, игрушки и автомобильные товары, вот, и нет, и этого тоже нет, и сигарет больше нет, в принципе... доставка приехала. Может, у меня там что-то есть. Я просто не помню, на чем я закончил и чем я там вообще занимался. Давай-ка мы с тобой, дружище, посмотрим, что у тебя сломалось. Дверь нужно заполировать и зеркало поменять. Ничего страшного. Давай-ка мы с тобой. Оп, PS9. Как я затарился. Тын-тын-тын-тын. Да, наверное, все-таки я правильно нашел причину зависания этой игры. Это был вовсе не... Не какой-то баг, не какие-то там недоработки с оптимизацией, а исключительно моя оплошность. Да. Работай. Давай. Угу. Ну, и чего? $200 просто так прилетело, смотри-ка. Пойдем, я заберу доставку. Скорее всего, там привезли то, что мне как раз необходимо. Почти уже 7-й уровень популярности нашего заведения. 66-е сопли приехали. Беру сумки, коробки, ящики. Оп, разложил. Полный, хочу заметить, у меня стеллаж с товарами, но... Опа, граждане пришли. Граждане-тусовщики, здрасте. Так, подождите-ка, граждане-тусовщики, я сейчас прям 5 секундочек. Давай, поезжай. Какой ты долгий, дружок. Оп. Клиент утоплил. Самое главное, пойти его обслужить и все. Подвисает прям что-то люто. Но на самом деле, может быть и нет. Может быть на видео будет гораздо лучше. Просто я сейчас смотрю, как-то с правой стороны у меня вот на мониторе показывается то, что записывается. И там как-то все подергивается так неприятно. Вроде там 60 кадров стоит. Я просто сейчас еще перед тем, как записывать, короче, ух, накосячил, поставил 144. Как будто так и надо. Так, вы все уходите, но на самом деле не нужно так делать, потому что я старался, заказал все. Пончики тоже не нужны. Давай-ка мы сюда вот зайдем. Алкоголь. PS10. Оп, все. Игрушки тоже все раскладываю. Которые могу разложить. А я все могу разложить. Товаров больше нет. Мороженки больше нет. И сигареток больше нет. Как жаль. Пошло-поехало. Кстати, женщина, ты уже... Это самое... Сейчас закончишь работать, да? Ух, как грязно. Ему не нравится, что грязно. Но это уже твои проблемы исключительно, дружок.
Я думал, загорелось что-то, а там просто солнце светит. Поставка топлива, кстати, должна приехать, да? Да. Она стоит, меня ждет. Она стоит, меня ждет, ждет уже сколько времени. Я забываю иногда смотреть просто на список вот этих вот уведомлений, и там просто много так всего уже написали. Ну, нажмись. Как же грязно, давай-ка мы с тобой протрем полы, чтобы не было настолько грязно. Это ужас просто, смотри, как все затоптали. Так. Угу. Сколько у меня осталось? 2000 уже заработал. Какая же красота. Жаль, что чаевых я не получаю. Получает эта женщина. Со мной могла бы делиться, да? Вот на самом деле. Глупо как-то сделано. Хотя бы в долю меня брала бы. Уже почти правда 2000. На самом деле это недолго так заработать пятерку-то, но... Все же придется постараться. Клиент у гаража. Женщина, у тебя что? Ну-ка, ремонт. Ремонт, колесо. Одно колесо и все. Ух, делов-то. Тан-тан-тан-тан-тан. Не так, оказывается, это все сложно. Благо, у меня запчасти есть. Давай, счастливого пути. Товара больше нет. Три колеса у меня есть. И после следующего клиента я буду заказывать запчасти. Капец здесь. Просто вот просто натоптано. Кошмар. Как будто они сюда заходят с какого-то поля. Не знаю, хотя там они с поля-то и приходят. Смотри-ка, не проваливается? Не проваливается сквозь землю. Это какой-то странный этот... Gas Station Simulator. А ты чё, я побежал-то? От меня, получается, самому надо все делать? Я просто $200 тратить на премию не хочу. Это как-то нерационально, мне кажется. Ну, хотя бы потому, что я могу и сам это все сделать. Правильно. Логично. Так, ребятки. Так. Это что было сейчас? Почему товар улетел просто в какую-то сторону? Я не специально, оно само ушло. Оно само улетело, правда? Вот сейчас опять чуть не улетел газет. Точнее, из-за газеты чуть бутылка не улетела. Я знаю. Клиент у кассы. 4 клиента у кассы. Это на самом деле очень хорошо. Тык. А что это? А, сигареты. 2500 уже. Половину собрал практически. Практически половину собрал. Осталось $18 и будет половина. Ну-ка, вот так. Пиво и пончики. Ай! Блин, бесплатно пробил, получается. Обидно-то как обидно. Обидно. Ну, что ж поделаешь. Ну, ты поторопился. И что теперь сделаешь? Ничего не сделаешь. А вот этот богатый. На игрушек мягких венца накупил. $80. Еще и $7 чаевых. Вот это молодец. Сигаретки покушать. Попить, выпить. Еще выпить. Еще покушать. И еще покушать. Вот это да. А, одно письмо, говорит мне, игра у меня есть. Вот и все, удачи. Поздравляю, мой дорогой племяш. Я же это читал уже, мне кажется. Мне кажется, что я это читал. Не кажется, а читал. Хотя, возможно, там несколько похожих писем, и поэтому мне показалось, что я читал. Но нет. Настолько похожих писем с одинаковыми ссылками, думаю, не бывает. Либо разработчик нас принимает за дебилов, который не умеет с первого раза понимать ссылки. Так. 2600. Чего? Странное происходит. Гражданин, а вы куда? Вам не кажется, что вы
чуть-чуть и кексов надо. Иди ты в жопу своим кексами, мне нет кексов. Тут этого тоже нет, некуда класть. А вот это вот есть куда положить. Газеты, вот они все газеты, дружище. Идите его колотить. Какие вы все притязательные, точнее, привередливые. Все вам не так, все не то. Того нет, этого нет. Благо, игрушки денег много приносят. Это вот меня больше всего радует. И еще некоторые покупают их по две штуки. Вон, $70, оп, и все. И у меня уже 2700. Почти 3 косаря. Полный мусор. Полный мусор — это плохо. Полный мусор — это плохо и отпугивает клиентов. Пойти надо клиенту топливо. Заправить. Заправить топливо. Осталось 100 литров. Буквально 100 литров остается. Это вообще не круто. 96 точности. Надо соточку туда бить. Good job. Блин, а мышка уезжает. Надо какое-нибудь крепление повесить, чтобы она туда не спускалась. Провод уезжает, прикинь, и все. И никак его оттуда не достанешь. Вообще не достанешь. Он типа за стол зацепляется, и там тянешь его обратно со скрежетом. Бесит. Два зеркальца. Два зеркала и дверь. Два зеркала и дверь. Два зеркала и дверь. Да, два зеркала и дверь. И еще... еще аккумулятор. Едите его. Аккумулятор-то у меня есть. Аккумулятор-то у меня еще целых три штуки. Три штуки. Ну как три. Вот этот и еще один. И еще два, точнее. Ну, снимись, пожалуйста. Спасибо. Поставь. И клем накинь. Все? Нет? Молодец. А теперь последнюю... Как она, Scratch Doctor, использую я. А он не нужен. Он не нужен, это был аккумулятор. Просто он так показан был с какой-то там с двери, со стороны двери. И поэтому казалось, будто бы это дверь. Но это не дверь. Это всего лишь аккумулятор. Беру. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Сколько дадут? $300 почти что дали, ошалеть. Ч5 клиентов у кассы. Ч5. Новая цифра. Ч5. Так. Пилик. Игрушку купи, пожалуйста, дружище. Купи игрушку. Я знаю, она тебе очень сильно нужна. Детям бедным подаришь, ну. Что ты за человек такой? Мог бы игрушку подарить. Детям. Бедным. Бедным детям. Да подожди, заказ, клиент. Подожди. 98. Отлично, еще одного и будет сотка. Как много вас всех здесь пришло. А давай мы доставочку закажем все-таки, поставку топлива. Соточку. И, наверное, нужно заказать еще... Что нужно заказать? Автотоваров, наверное, нужно заказать. Доставку автомобильных запчастей, во-первых. Да, вот это надо заказать. Две штучки. Шины... 4 штучки. Автозеркала мне не нужны. Моторное масло, да, у меня есть. И, наверное, нужно купить еще доставку чего там? Товаров. Товаров нужно купить. Товаров. Игрушки, в принципе-то, есть. Мороженки нет. Вот это да, это грустно. Тут 27. Тут 37. Тут выгоды тоже как таковой нет. 20, за 20-ку покупаешь, за 48 продаешь. Это уже лучше. Это 20-40. Это 19-48. Это, по-моему, самое профитное. Вот это да. А ты что, это разные заказы, что ли? Это разные магазины возят? Блин. Тупанул, ничего страшного, ладно. Алкоголь. Какой у нас тут алкоголь? Выгодный. 106. О, вот этот вот. Вот этот. И самый дешманский должен быть тоже выгодным. Но не такой уж он и выгодный, хочу заметить. 23-40. 29-36. И 57, так. Короче, ладно, оставим вот это. Заказ. Заказ, и получается мне доставка опять автомобильных запчастей, автозеркала не нужны, средства удаления царапин 2 штуки и шин 4 штуки. Оказывается, оно здесь не сохраняется. Ладно, не сохраняется, так не сохраняется, что ж теперь сделаешь? Да? Ничего не сделаешь, абсолютно. Ну, поехали. Так... Еще. Пойду за... Ничего, у вас тут очередь образовалась. Ну что, больше некуда пойти, что ли? На ночь глядя.
соточка. Достижение. Да побибика еще мне здесь. Я так-то здесь это самое. Почти как главный. Клиент. Ой. Топливо, блин, приезжает, как всегда, не вовремя. Ну, в принципе, как его заказываешь, так он и приезжает. Что у тебя здесь? Дверь надо и зеркало с аккумулятором и маслом. Ёшкин кот, ну как у тебя все много здесь? Как у тебя много всего сразу починить нужно? Так. Так. Открываем капот, берем маслечко. Берем щуп. И льем. Ну а что сделаешь? Типа, здорово. Наливаем, автомехаником подрабатываем. Оп, давай, оп. Отлично. А, хорошо. Так, а вот это чудо мы заменяем вот таким образом. Кстати, аккумуляторы все-таки уже к концу подходят. И это совсем не круто. Там кто-то бибикает друг другу. Мне кажется, там затор получился. Нет, они просто друг с другом не поделили что-то. Так, капот закрою, тебе зеркало надо поменять. Хорошо, зеркало. Мне кажется, он мне сейчас отвалит столько денег, что мам не горюй. Потому что, ну, я столько всего ему сделал. Сейчас и масло, и зеркала. $335. Ну да, как-то прям не сильно много, но приятно. Сколько у меня всего? 2800. Блин, в минус опять пошел. 2800. Осталось накопить 2200. Потом мы смотрим с тобой кат-сцену. Смотрим кат-сцену и удивляемся окончанию игры. Так, а из тебя можно достать, пока ты там это самое? Да, смотри-ка. Может, он проездом пролетит и все. Может быть, правда. Поезжай. Я уже все выгрузил. Я уже все выгрузил, не вздумай даже залезать в машину. Ой, вылезать из машины. Кто оно выплыл? Ну, гляди-ка. Что за человек? Все. Сойдет, давай. Ты представляешь, я, чтобы сэкономить наше с ним время, взял и выгрузил еще на улице весь товар. А он взял, все равно вышел. Может, квитанции какие подписывал, черт его знает. А, 2 секунды до выполнения задания. Все, проиграл. Задание опять я не выполнил. Ничего страшного. Как бы переживем. Самое главное нам сейчас с тобой. Запись-то идет. То я сижу балаболю. Запись-то идет. Грязь, капец какая. Подожди, а женщина-то это отдохнула? Нет, отдохнула. Блин, опять я на игру нажал, ну. Я не специально, я не хотел на игру нажимать. Мне кажется, клиенту топливо, один уехал. Так, чаевые от клиента. Мне нужно женщину вызвать, которая работает. Работник. Начать разговор. Плата, платить назад. Список задач, торговля на кассе. Шуруй, работай на кассе. А то я уже устал здесь стоять. Люди идут и идут, идут и идут. Найс. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Красота. Сейчас все почистим, все подмоем, все... Подмоем, все будет красиво, просто неописуемо. Так, так, правильно, правильно. Так, 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 так. Очередь вообще капец какая огромная. Там просто уже люди до двери, до следующей стоят. Так, а вы опять, вот опять натоптал. Ну, он стоит на месте, с него грязь сыпется. Грязь сыпется со стоящего мужика. Просто ужас. Так, и где-то еще насрали. Вот тут вот, вот он. Оп, и вот здесь вот. И еще где-то. А где? А где? А вон. А еще где-то. А вот. А вот. А вот. Все. Все намыл. Молодец. Какой молодец, ёшкин кот. Так, у гаража кто-то стоит. Ожидает своей очереди. О. Быстро вы как сюда приезжаете, ну-ка. Так, у тебя чего? Колесо, 2 зеркала. Хорошо. 2 зеркала и колесо, делов-то. На пару минут. Тык-тык-тык-тык. Тык. Угу. Тык-тык-тык.
Так, и колесико где-то с левой стороны, да, заднее левое колесо. Оп, оп. Все это делается быстро. Если никто мешать не будет, вообще все быстро делается. Клиенту топливо один человек. Стоит, ждет. Я уже трешку заработал, смотри, 358. 397. Блин, деньги просто рекой. Wow, super. Я вообще сам в шоке. Так. Мусорку выбрасывать пока не пора. Разве что вот эту можно выбросить. Правильно? Правильно. Что там написано? Roof painting. Roof painting. Roof. Что там кто бибикает, кому я не пойму. Варихаус. Варихаус мне не нужен. Так, давай-ка мы с тобой. Товаров больше нет. Ясно. Вот эти донаты положу. Вот этих нет. Вот здесь я положу вот эти. Вот тут я положу вот это. Вот эти бутыли вообще очень, очень даже выгодные. Автотоваров у меня нет, потому что я их решил не заказывать. И зато 60 мороженых заказал. Вот это молодец. Клиенту топливо. Как же так? Как же я его еще не обслужил? Сколько у меня там? 102 точность уже, офигеть. Да-да-да, спасибо. Тебе того же. 3344. Так, а можно как-нибудь... Оп. Закрыто. В смысле? Оп. Успех. $6. Здрасте. Все, припарковался. Бляха-муха. Не надо. Я помню это. Блин. Ни в коем случае, короче, нельзя это самое пытаться несколько раз. Блин. Опять я тупанул. Ну что такое? Почему он выходит? Блин. Сейчас. Просто берет и выходит сам. Ладно, все, ну нафиг эту маленькую машинку. Может, она мне вообще ничего не даст. Может, она из нее выпадет, там $10 эти. Они мне вообще душу не будут греть совсем. А сейчас возьмет, обнаружит, что я у него скрываю машину. И все. И по этапу пойду я. Че, ничего хорошего не получится. Так, колес привез. Что тебе не нужно? Что делать, да? С зеркалами. А я думал, надо. Товаров больше... В смысле, нет. Я заказывал зеркала. А, я не заказывал зеркала, я заказал ты, да. Понятно. Так, здесь нужно колесо только поменять. Ну и хорошо. Ну и хорошо, что здесь нужно менять лишь колесо. Соточку мне все равно, наверное, какую-нибудь. Или 80 хотя бы долларов додаст. Да? $80 и 76 еще за кассу дали, ошалеть. 3564. Incredible. Еще 50 за эту дали. Блин, деньги просто летят. Просто летят. Я сейчас разбогатею, отдам дядьке все деньги и буду свободен. Так. Чистота и порядок. Почти. Если бы они дальше не топтали, была бы чистота. Ой, 3739. Осталось $1261. И я свободен. Словно птица в небесах. Может быть, своровать у мента что-нибудь вот у этого? 15 долларов и пивной знак дали. Вот это, да, вот это дело. Так, у пикапов нет ничего, я так понял, да? Успех, $12. Картин, болото. Блин, круто. Что-то дали.
и 30 долларов еще заработал практически. Да, там что-то 15-12, что ли, или сколько там. А, бензин кончается, топливо, точнее, кончается. Это плохо. Давай-ка доставочку топлива организуем. А, 2,4. Это просто огромные деньги. Заказ. 240 бочинских только что улетело. И это, конечно, вообще не круто. Вообще не круто, понимаешь? 240 долларов. 240 долларов просто за топливо. За какой-то маленький объем топлива. 100 литров. 100. Хотя, сколько литров получается на 100 разделить? А, ну 2,4. Это получается что? На наши эти тугрики-то переводить здесь на зайчики, на фантики. 2,4. 0,4 доллара. Это сколько? Почти полдоллара. Это 30, где-то около 30 рублей. И получается 130 рублей. А что, Али? Нет, 150, 180 рублей за литр. Это капец какой-то прайс у этого бензина. И что-то это не бензин, по-моему, это ракетное топливо. Может, поэтому и они и заправляются там по четверти бака и не парятся вообще. Вон, ему там надо было 16 литров залить всего-навсего. Вот на такую огромную американскую дуру. То есть она потребляет, наверное, там десятками литров за 100 метров. А он заправляет 16 литров. А, все, вернулась наша игра любимая. Все-таки бросается мусор под землю. Совсем уж думал, совсем не это. Игра сама не своя, а оказывается, нет, все хорошо. А можно у него взять кредит, например, на эти 5000 и отдать ему 5000? В чем проблема? Давай. Нажимаю. Все. Клиенту топливо. Уровень топлива низкий, ушел. Вот 12 литров. Я, конечно, понимаю все, да, может, там он экономит деньги, еще что-то, но 12 литров на такой огромный автомобиль, это очень мало. Так, беру, замазываю дверь, хотя здесь особо и не видно, мог бы и так оставить. Можно сделать вид, что ты что-то делаешь, и взять деньги за то, что ты это сделал. А по факту не сделать. Сказать, что у него так и было. Так. Почти 4000. Сейчас вот будет 4000. Это я тебе 100% говорю. 400 будет. 400. Останется всего ничего. Сколько у нас с тобой минут? 27 минут уже запись идет. А, шалей. Ну, в 40, может быть, мы с тобой уложимся. В 40-то минут мы укладываемся обычно. Да закрупись. Такой-то. А, и вон то колесо. Колесо. Колесо, вот оно. Так, раз, два, три, четыре, пять. Снять. Надеть. Раз, два, три, четыре, пять. 350 долларов. 400 долларов почти. Осталось всего ничего, ну. Опа. Опа. Ага, и тебе. Это вот, в смысле, грязный, я только что убрался. Какие вы все неженки, а? Пришли на заправку. Заправлять машину и покупать пиво здесь себе. И говорить, что здесь грязно. Ну, вообще некрасиво. С вашей стороны это вообще как низко вообще, даже я бы сказал. Даже более чем. Игрушки что кончились? Твою-то налево. Игрушки кончились, нужно новые купить. Доставочка. Доставочка товаров, игрушек. Плюшевые мишки. Почему здесь в плюшевых мишках плюшевая хрюшка и плюшевый этот броненосец? Не кажется тебе это странным? Так, что это у нас с тобой? 25. Так, короче, вот это и вот это. Вот это и вот это. И получается еще, наверное, с тобой купим вот... Кого тут можно еще купить? Кого здесь можно еще купить? Вот эта канитель за сколько продают? За 60. Вообще что-то не бесплатно. Точнее, бесплатно. 93, 65, 80. 75, 76. Тут в автотоварах вообще никакой профитной штуки нет. То есть, как вот игрушки, например, можно за бесценки, за бесцененный этот. То есть, за огромные деньги продавать. А, игрушки. Червячок, очки, газеты,
Так, давай-ка мы с тобой займемся вот чем. Сигареты кончаются. 75, 42, 70, 47, 73, 44, 90, 80. Короче, вот это вот. В корзину и пошло-поехало. Заказ. И нужно еще доставочку организовать автомобильных запчастей. У меня закончились вот эти хреновины. И скоро закончится вот это все. Но вот это я тоже закажу. Пускай будет. Денег у меня 3970. Думаю, что этого, блин, за глаза. И я сейчас окуплюсь только в путь. Да, обращайся. 110 раз я правильно залил бензина. Это просто офигенно. Я просто профессионал своего дела. 4050 долларов. Остается всего ничего. Осталось меньше 1000 долларов. И мы с тобой что сделаем? Пройдем игру. Ну, нажмись. Такой. Кофеечку надо вовремя пить, чтобы не умереть. Так, так. Так. И еще одно колесо. Как хорошо, что у меня оно есть. Выкрутил. Две доставки прям подряд, друг за другом едут. И сейчас я к ним пойду. Ну, там, получается, автотовары, да, и еда. 4304, у меня уже все есть. Да побегай еще мне здесь. Ух, блин, какой, а. Что за противные люди? Чего они бибикают постоянно? Разложил. А гражданочка пошла отдыхать, а клиент у кассы. Три штуки. Три клиента у кассы. Подожди, что это такое? Что это такое? А мне показалось, как... Ой, здорово. А ты что здесь отдыхаешь? Иди ты. Ну иди, вставай. Встань и иди. А, это та без водителя, которая. Нет, тогда не вставай, не иди, подожди. Давай, иди в обратную сторону, дружище. Оп, все, шуруй. Главное, чтобы Дениска не прибежал, мне не своровал ничего со склада, потому что там все очень нужное, важное. Два клиента у топлива. Сейчас вообще все, сейчас окуплюсь. Прям практически уже все. Прям практически уже все. Прям чувствую, что я победил. Давай, поезжай. Поезжай, меня там все ждут. 5 клиентов на кассе, 6 клиентов на кассе и 2 на колонке. Капец, как много людей. Ну-ка. Коп. А вот игрушек, конечно, я поздно купил. Сейчас были бы игрушки, они бы уже сейчас все купили. Алкоголя нет, игрушки есть. Плейс 10, плейс 10. А, этого всего нет, этого всего вот и вот, вот. Ага, вот так. И здесь плейс 10, плейс 10 уже все. А вот здесь плейс all вот так. Ой, тихо. А, вот здесь вот пончик возьмем, положим вот этого всего вот сюда и этого сюда. И этого больше нет, и этого больше нет. Ну, в принципе, оно мне больше и не нужно. Не нужно. Не нужно. Какая разница? Так, мужики, держите бензинчику. А, это женщина. Ну ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Да, я знаю. Пойду клиенту у гаража приму, потому что, ну блин, он стоять будет сейчас и уйдет. У кассы они особо не уходят. У кассы, мне кажется, самый терпеливый народ. Что здесь у нас с тобой? Три колеса. Сколько я? Три колеса заказал. Смотри, как я большой. Какой я большой молодец. Прям как заказал, так и поломался. Давай сейчас я его починю быстренько и пойду на кассу обслуживать. Да? Да. Да, так и сделаем сейчас. А, это как раз самое хорошее колесо у него. Я его решил тоже поменять. Ну-ка. 4417. Ух, какая красота. Осталось 500. Сколько там? $83.
583 доллара. Правильно же я посчитал, да? Да, да, конечно, как я мог неправильно посчитать. А что ему еще нужно было сделать? 8 клиентов, едите его рот. Что ж ты так поцарапал? На тебя медведь, что ли, нападал? Ух, $250. 233, точнее, если быть. Уж совсем принципиальным. 233. Чисто стало, чисто, чисто. Главное, чтобы у нас было чисто, чтобы ни у кого не вызывал неприязнь мой магазин. Правильно, правильно. А то все будут стоять и говорить, ой, какой грязный магазин, я туда не пойду. А так чисто все. И все, и вопросов никаких. Даже толчок максимально чистый. Отлично. Давай, иди отсюда. Два клиента у топлива. Ну, в принципе, вот мы с тобой прошли игру. Мне кажется, вот уже. То есть это уже финальные наши с тобой подвижки. То есть сейчас клиентов всех обслужим. И будет... Будет катсцена, я так понимаю. Просто я... просто я... Ладно, давай вот здесь пока что обслужим. Ой, какие... Насколько разным может быть твое тело? До, после. Или до, после. Выбирай. Исключительно от тебя зависит исход всего. Оп. 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 Я пиликнул уже, да? А то мне показалось, как-то не пикнуло. Пожалуйста. А потому что покупать только снеки и пиво. А вот ты что купишь? Ты что купишь? Ты купишь печенюхи, газировку, ну, винца тоже, правильно. В смысле? Сейчас улетела куда-то. Чему улетела-то бутылка? Что за жизнь? Это ужасно, сам ты ужасный. Пошел вон отсюда. Нет, сейчас я обслужу вот этого клиента и пойду заправлю, потому что, ну... Потому что эти сейчас не выдержат и уедут. Да? Да? Уровень топлива низкий. Какой? 41 литр. Ну, низкий, да. Спору нет. $5000. Все. И куда нужно? На телефонную будку идти, да? Или куда? Я накопил. А, позвонить дяде, чтобы рассчитаться. Сейчас пойдем рассчитываться. Сейчас пойдем с дядькой рассчитываться. Отлично. Все, погнали. Все, погнали, погнали, погнали. Рассчитываться с дядькой. У меня $5037, и я не побоюсь рассчитаться своим дядькой. Задание выполнено, говорит нам игра. И, собственно, воспроизводится кат-сцена. Я допиваю кофеек. Угу. И брутальный мужик на мотоцикле приехал. Слез со своего байка. Во всем кожаном. И я такой стою в рубашечке. Красивый перекати поле. Откуда-то взялось змей. Ползают. Я поднимаю чемодан. Пихаю его в этого дядьку. Он с мягким плюшевым медведем. Hey, Pong, сбитой и офигенной шапкой. And you've got all the money? Great. That's mighty kind of you. Говорит, что ты вообще красава, и все отлично. И что-то вернусь. Проверь свою парковку. Мне дали... А, Дениска Defense Сирен. Короче, отпугиватель Дениски. Мне сказали, что мне дадут отпугиватель Дениски, и теперь он у меня есть. Спасибо тебе большое, дружище. По факту... Игрушка кончилась. А далее исключительно бесконечная, я так понимаю. Ну, не бесконечная, наверное, конечная, но бессмысленное как таковое развитие. Просто ты берешь и прокачиваешь свою заправку. Это уже для фанатиков. Мы с тобой прошли исключительную, как ее называют, смысловую часть, в которой сказано, как, что, куда и зачем. В которой был весь смысл, в которой была вся суть.
И на этом я хочу попрощаться, пожелать тебе хорошего денька и удачи. О, появилась, смотри-ка. И сказать тебе, что мы увидимся с тобой в другой игрушке в скором времени. Возможно, на стриме, возможно, в видео, возможно, как угодно. Я не знаю, каким там образом все это будет происходить, но все равно мы на этом с тобой прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарии, пиши лайки. И всем пока.